Всем привет, это влог Леси Донич. Это вот смертная песня. Я не знаю, что мы сделали. У меня открытый кредит. Всем доброе утро. Уголок перекусика такого. А на ширик? Как ваши ощущения? Ну, я тут полтора часа еще просижу, судя по всему. Мы ничего не можем с этим сделать. Мы живем без права выбора. У меня еще не вот такой вот дверь. Помогу, сэр. Я забыла ключи. Итак, друзья, я осталась без дома. Я пришла к Вике. Я накормила цветочком для суши. Короче, я теперь ручная обезьяна. Покажи, какая у меня полка. Вот такая вот полка. Ты не так снимаешь. Всем привет. У меня вот такая фигура. Нет. Я начала рисовать. Я уже все, что только можно, себе отдала. Что мне еще дать? Айгуль. Айгуль. Что? Айгуль Слобсон. На ходу на сану. Вик, ну давай один. Ну а что? Уже 8 марта 50 лет назад прошло. Ванза, струса, бэй, ада, юра, бэй. Включите трек. Лесь, бля, ты не дашь собраться? Ну все, я открываю, да? Почему нет? Уже какое число? Ты для красоты, ты посмотри. Да, вот спасибо. Именно, что ты его даже не съешь, оно опять засохнет, как этот цветок. Лесь, если ты меня срёшь, блядь. Все, я не сру вообще. Это тебе для твоих артов.
Happy Bunny. Давай. Happy Bunny. А мы Ice Bucket Challenge будем делать? В конечном итоге у тебя вот эта надпись должна оказаться тут, поэтому ты где-то примерно, ну, допустим... Меня зовут Сизгенди, тебя как духовного лидера... У собачки... Кто из... Лизи, жароночек, прилетит огнем, прилетит и нам... А ты представляешь, что ты барыня? Девочки, все будет нормально. Аня, можешь что-нибудь сделать без башки? Давайте надо созвониться с Максимичем. Увидаем в душе, увидаем. Будь скотлива. Нужно. Я перевожу. Будь скотлива, душе, будь. Я пока строю планы. Симптом сыпь мутировал. Болезнь поповая жопа 5 мутировал. Я сейчас собираюсь на день рождения к подружке. У меня осталось час времени. Я не знаю еще, в чем я пойду. Но окей. Я ей буду дарить. А где, кстати, подарок? Один из подарков будет вот в таком вот крафтовом пакете. Не знаю, мне кажется, очень прикольно. Просто посмотрите на него. Он как будто, я не знаю. Мне кажется, он просто великолепен. Как будто из какого-нибудь Ренессанса. Не знаю. Второе, она недавно сделала комплимент моему костюму велюровому. Я ей подарю вот такие вот, ебать. А что они такие гигантские? Они на кого? На Гулливера? По-моему, надо было все-таки проверять на пункте выдачи. Я решила сейчас намазать контурингом, как это делают видео в ТикТоках. Я еще не знаю, в чем пойти, поэтому сейчас будем параллельно думать. На самом деле, хочу застилизовать вот эту сумку, которую сделала моя бабушка, просто посмотрите. Не, ну, кстати, вроде все растушевалось и выглядит бомба. My name is Bella Hadid. Сегодня с утра мне нужно было в 10:30 быть у метро, отдавать на Авито девушке кофту. Я в 10 утра просто просыпаюсь.
Поэтому сейчас у меня такие вот сборы. Блин, ну тон мне сегодня прям очень нравится, как выглядит мое лицо. Прям идеально. Кстати говоря, написала косметологу, спросила. Я сначала купила, а потом решила спросить, подойдет ли мне эти продукты или нет. И вроде бы все супер. Где пудра? Кстати, я ее уронила и сломала. Прошло, я не знаю сколько. Неделя. Запудриваем этих друзей моих. Может быть, сделать что-нибудь с глазами, я не знаю вообще. Или ничего не портить. Взломали мою карту. Я не знаю, что мне сделали. Мне открыли кредит. Здравствуйте. По поводу блокировки вашей карты, все верно? Да. У меня день рождения, я должна заплатить за мой лофт, а у меня заблокировали карту. Ольга, все, поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Это я вставлю прям в начало. Именно. Нахуй, пингвин тупой.